Меня зовут Ричард Джонс. Я профессионал ИФББ. Одним из моих любимых упражнений являются гиперэкстензии. Я уделяю большое внимание прорисовке нижней части спины. Это моя визитная карточка, по которой меня выделяют судьи. Гиперэкстензии — обязательная часть моих тренировок. Я делаю их так же часто, как качаю пресс. Я выполняю их с гантелями. Многие в зале, увидев меня, повторяют эти упражнения. Именно благодаря мне оно входит в моду. Нужно выполнять его с легким весом, чтобы не травмировать поясницу. Впрочем, большие веса здесь и не нужны. Более важно выполнять большое количество повторов. В верхней точке необходимо дополнительным усилием напрячь мышцы спины. Бедра должны оставаться неподвижными. Взгляд перед собой. Следите за техникой.